Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 126 на странице 70 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Прочитайте текст. Вместо точек ставьте подходящие по смыслу глаголы. В каком времени вы их употребите? Заглавьте и запишите получившийся текст. Укажите время и число глагола. Скоро весна. Скоро настанет весна. Яркое солнышко. Растопит снег. Побегут веселые ручейки. Из дальних стран вернутся перелетные птицы. А потом на деревьях появятся зеленые листочки. Распустятся яркие цветы. Люди будут чаще улыбаться друг другу. Теперь найдем глагол, укажем их время и число. Наступит в будущем. Будущее время – единственное число. Растопит в будущем. Будущее время – единственное число. Побегут в будущем. Будущее время – множественное число. Вернутся в будущем. Будущее время – множественное число. Появятся в будущем. Будущее время – множественное число. Распустятся в будущем. Будущее время – множественное число. Станут в будущем. Будущее время – множественное число. Итак, мы видим, что все глаголы, которые мы употребили в этом тексте, они стоят в будущем времени. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.